Торжественное открытие объекта благоустройства состоялось в поселке Искателей. По просьбе жителей домов, расположенных по улицам Поморская и Губкина, в рамках программы «Комфортная среда» летом были проведены ремонтные работы. Микрорайон заиграл новыми красками. Мирослав Успаских с удовольствием катается на самокате рядом с домом. Это доступно благодаря ровно выложенным плиткой дорожкам. Раньше, когда территория утопала в песке, прокатиться было невозможно. Посадили деревья и стало так красиво. Здесь, на улице. А что здесь было? До этого были чисто пески и камни. Тут даже нельзя было на самокате покататься. Мне нравится, тут особенно сделали дорогу вот эту вот. И удобно ездить теперь. Обычно я пешком сюда ходила, а теперь езжу. И пока дети наслаждаются ровными дорожками, взрослые высаживают деревья. Это последний штрих в благоустройстве этого микрорайона в поселке Искателей. На посадку лиственниц вышли жители ближайших домов. Подано в 2019 году, но реализовано в этом году уже. Подано было зимой 2019 года. Это было собрание, да, было принято решение. Мы выбрали перечень работ по благоустройству, а дальше уже подали заявку в администрацию. Администрация уже реализовала по нашим пожеланиям. Я считаю, что это очень важно, но я хотел бы, чтобы было больше зелени. Чтобы не было как бы все в асфальте закатано, там, щебня, чтобы больше было зелени. Проект предусмотрено. Благоустройство было реализовано в рамках проекта формирования комфортной городской среды в Ненецком округе и муниципальной программы благоустройства дворовой территории. Сумма контракта составила 13 200 000 рублей. Что здесь было? Здесь можно было свободно проехать на двух велосипедах, наверное, да? Сегодня мы видим две дороги. Одна здесь, чтобы могли разъезжаться. Здесь сделано, значит, свободно, значит, то, что проезжают автомобили, это понятно. Здесь уложены тротуары с плиткой 3D. Здесь благоустроена территория дворовая. Здесь благоустроенные стоянки. Ну, они со щебеночки подсыпанные, но все это как бы гармонирует. Жители этого микрорайона обратились с просьбой благоустроить территорию рядом с их домами. Специальная комиссия приняла положительное решение. У нас есть комиссия. Комиссия выбирает из нескольких проектов, выбирает какой-то проект. Почему именно выбрали этот проект? Это значит, мы полностью идем с поселка вот сюда на крайние дома. И сейчас мы просто заканчиваем, значит, здесь у нас крайние дома, дальше уже пошла вертолетка. Поэтому, чтобы закончить такой архитектурный такой вот проект, он как бы здесь и стоит, вот таким образом. 30 деревьев, лиственницы и березы, высаженные в грунт рядом с домами, новое ограждение, но главное – ровные дороги. Дворы в поселке Искателей становятся уютнее. Ольга Русул, Влад Качев, телеканал «Север».